Летний микс Австралии, мешок весит у нас 25 килограмм, категории крем. Первым у нас идет платье, следов износа нет, размер, к сожалению, не указан. Следом такие вот штаны, тоже без следов износа на штанинах, состояние отличное. Так, марка Girl Press, 12 английский размер, новая юбка вот такая вот, тоже достаточно такая интересная. Платье длинное, больше, да, к сарафанам, опять же, можно назвать, следов износа на сарафане нету. Так, марка Tempt, 10 английский размер, еще один сарафан вроде как, тоже без следов износа. Так, опять же, у нас, по-моему, да, это туника, 8 английский размер, тоже следов износа нет, состояние отличное. Футболка следом у нас идет, размер указан SK, хлопковая. Женская, с короткими рукавами. Так, юбка. Здесь указания размера опять же нету. Следов износа также нет. Working Jones. Это еще одна юбка, тоже следов износа нет. Марка Seed, размер указан Элька. Еще одна футболка хлопковая. Марка Tempt, 8 английский размер. Безрукавка. Марка Selection, 16 английский размер. Еще одно платье. Тоже следов износа нет, состояние отличное. Так, марка Valley Girl, размер указан МК. Это у нас юбка, тоже без следов износа. Штаны. 29 размер указан, следов износа на штанинах нету. Марка Body, размер указан МК. Это у нас туника хлопковая, опять же, тоже без следов износа. Платье 14 английского размера, с небольшим кармашком на груди, тоже без следов износа. Так, юбка марки Now, 12 английский размер. Также состояние отличное, следов износа нету. Марка Caroline Morgan, 12 английский размер. Вот такая блузка без рукавов, тоже без следов износа. Марка Target Collection, 10 английский размер. Еще одно платье, тоже новое с этикеткой. Так, Milk and Honey, 8 английский размер. Такая вот безрукавка. Здесь у нас есть небольшое пятно. В целом следов износа нету. Вот такая вот танковка. С рукавами примерно 3 четверти. Следов износа на рукавах нету. На воротнике тоже я следов износа не вижу. Марка Cocolate. Cocolate, 14 английский размер. Опять же, майка. Марка Tempt, размер указан эско, блузка, опять без рукавов. Марка Espirit, размер указан на 8. Вот такие вот шорты, тоже следов износа нету. Марка Contepo, 12 английский размер. Вроде как что-то типа рубашки. Марка Susan Grey, размер указан МК. Блузка с короткими рукавами, новая с этикеткой. Опять же, почти не похоже на хлопок. Следом у нас идет платье из полиэстера, тоже без следов износа. Так, марка Wish, размер указан 2XS, 6 размер также еще указан. Шорты без следов износа. Марка Ross Bullet, 12 английский размер. Майка новая с этикеткой. Хлопковая футболка, опять же, без указания размера, состояние отличное. Марка Rockmans, 12 английский размер. Платье, тоже следов износа нету. Так, марка Atmosphere, 10 английский, 38 европейский размер. Майка, тоже без следов износа. 12 английского размера блузка, рукава тоже, опять же, на 3 четверти. По ощущению, похоже на полиэстер, следов износа на воротнике нету. 10 английского размера шорты марки Susan Grey, тоже без следов износа. Марка Millers, 18 английский размер майка, также без следов износа. Так, марка Now, 12 английский размер, это у нас майка, тоже следов износа нету. Так, марка AD, размер указан 12 английский, это у нас еще одна майка. Так, размер МК, тоже блузка с короткими рукавами. Следом у нас платье идет, 12 английский размер, новый с этикеткой. Так, юбка, размер указан МК, тоже следов износа нет. Life and Style, 10 английский размер. Такая вот туника новая с этикеткой. Так, вот такой вот купальник, опять же, в упаковке. Следом идет у нас еще одна, еще одни шорты, точнее, юбка, хотел сказать, шорты оказались. Джейн Лэмертон, 10 английский размер. Блузка с короткими рукавами, тоже без следов износа. Так, сумка с цепочкой в качестве ремешка. С
следов износа, на цепочке нету, на сумке также без следов износа, стразами украшена, кстати. Так, и вот такая вот следующая сумка у нас, один большой отсек, здесь небольшой кармашек, и следов износа на ремешке нету. Так, следом, после всего этого, у нас идет марка Озона, 40-й европейский размер, это у нас шорты. Футболка, размер указан эско женская, новая опять же с этикеткой. Размер указан эско платье, тоже новая с этикеткой опять же. Также без следов износа. Шорты марки Now, 12-й английский размер. Также без следов износа. Так, платье. Размер указан элька. Также следов износа нету. Так, а размер указан МК, это у нас майка. Такая вот тоже следов, соответственно, износа нет. Новая майка, размер указан СК с этикеткой. Джин Вест, размер указан XS, еще одна майка. Или футболка с оголенным плечом, наверное, больше подойдет описание. Так, юбка с небольшим ремешком, тоже без следов износа. Так, шорты. Здесь у нас размер не указан нигде, к сожалению. Марка Dotti. А, вот здесь вот 10 английский размер, тоже следов износа нет. 12 английского размера, еще одни шорты. Юбка марки Supra, размер указан Эско. Тоже пока следов износа не попадается. Марка Valley Girl, это у нас вроде как туника, тоже следов износа нету. Марка Target Collection, 8 английский размер. Блузка с рукавами на 3/4, следов износа на самой блузке нету. На воротнике также. Так, сарафан, очень длинный, из хлопка, тоже без следов износа. Так, вот еще сумки появились у нас тут. Один большой отсек, есть небольшой кармашек, марка H&M, кстати же, здесь указано у нас. На ремешке следов износа нету. Jimmy Choo сумочка вот такая вот небольшая, здесь у нас запасной ремешок, либо еще что-то, тоже следов износа нет. На самом ремешке также без следов износа. Так, бюстгальтер. Размер здесь у нас указан 12D, марка Target Collection. Так, женские трусы марки Blush. Размер указан элька. Тоже следов износа нету. Так, размер указан эска. Туника тоже без следов износа, футболка следом у нас идет, указания размера нет, следов износа также нету, блузка, или нет, рубашка с коротким рукавом женская, следов износа на воротнике нет, 18 английский размер у нас здесь указан, юбка, 100% полиэстер указан в составе, тоже без следов износа, марка Эмерсон, 8 английский размер, вот такие вот шорты, какая-то нитка прицепилась, так, блузка, опять же, с коротким рукавом, марка Crossroads, 18 английский размер, тоже следов износа нет. Так, платье марки Dotti, 12 английский размер. А, не платье оказался, это оказался у нас комбинезон. Размер указан S, это у нас футболка. Хлопковая, тоже без следов износа. Susan Gray, размер указан S, еще одна футболка новая с этикеткой. Так, марка Topshop, 38 европейский размер юбка. Марка Miles, 14 английский размер блузка. С коротким рукавом, тоже без следов износа. Марка Urban, размер указан M, еще одна блузка с коротким рукавом. Марка Espirit, размер указан XS, это у нас майка. Следов износа нету. Марка Target Collection, 16 английский размер. Блузка с длинным рукавом, следов износа на рукавах и на воротнике нету. 8 английского размера, следом у нас идет платье, тоже без следов износа, состояние отличное. Марка Now, 14 английский размер, это у нас майка. Так, марка Supra, размер указан XS, это у нас еще одна футболка, пока следов износа у нас не попадается. Так, юбка, здесь у нас указания размера нет, следов износа я также не вижу. Марка Country Road, размер указан XS, еще одна блузка с коротким рукавом, следов износа нет. Так, здесь у нас также без следов износа майка. Там по ощущениям было похоже, кстати, на полиэстер. Марка Factory, 8 английский размер юбка. Марка Valley Girl, размер указан S, хлопковая футболка, тоже без следов износа. Вот бижутерия у нас пошла. Опять же, есть подозрение, что это ручная работа. В основном у нас идет какие-то... Оп, уронил. Какое-то кольцо, еще колечко и небольшой браслетик.
Марка Эмерсон. Размер здесь у нас указан. 12-й английский. Майка тоже, следов износа нет. Так, юбка тоже без следов износа. Состояние отличное. Марка Sports Girl. 10-й английский размер. Это у нас, как я уже говорил, майка маска. Марка Баскю. 14-й английский размер. Блузка с короткими рукавами. Коттон он, размер указан МК, еще одна юбка достаточно яркая, марка Интер. Интер, размер указан МК, это у нас футболка с коротким рукавом, тоже без следов износа. Состояние отличное, размер указан 2XS, марка Супра, это у нас туника, из хлопка тоже следов износа я не вижу. Так, марка Виш, размер указан XS платье, тоже следов износа нет. Так, еще одно платье марки Valley Girl, 12 английский размер, также следов износа нету. Марка Kenny, 10 английский размер, джинсы, следов износа нет, состояние отличное. Марка Susan, размер указан S-ка, вот такая вот туника, тоже следов износа нету. Марка Buho, размер 12 английский указан, 40 европейский, новое платье. Вечернее, слегка приталенное, следов износа соответственно нету. Этикетка, все это на месте, размер L-ка указано, следующее вещи, это у нас опять же туника. Марка Now, 16 английский размер, майка с пайетками. Так, бюстгальтер, здесь у нас марка Body указана, размер указан 75D, европейский, тоже следов износа нет. Так, женские трусы 8 английского размера. Так, а здесь идет следом у нас платье, указания размера опять же нету. 11 английского размера джинсы. Mid-rise марка, тоже следов износа на штанинах нет, по-моему, новые. 34 европейского размера шорты, тоже без следов износа. Так, платье, здесь у нас тоже следов износа нет. Марка Valley Girl, размер указан L-ка. Это у нас что-то типа рубашки с длинным рукавом, следов износа на воротнике, на рукавах нету. Размер указан S-ка. Еще одно платье 12 английского размера, шорты джинсовые, тоже без следов износа. Блузка с коротким рукавом, также все на месте, следов износа нету. Так, марка Микки, размер указан XS, юбка, тоже следов износа нет. Марка Порт Монс, размер указан S-ка, тоже еще одно платье, рукава примерно 3 четверти, следов износа на воротнике нет, на рукавах также нет. Купальник новый в упаковке. Так, ремешок, здесь у нас указания никакого нету. Соответственно, ремешки, наверное, не должно быть. Так, марка Regatta. Это у нас бриджи новые с этикеткой. Марка Target Collection, 16 английский размер, майка. Марка Target Collection, опять же, 16 английский размер. Еще одна майка другого цвета, уже зеленая. Так, 14 английского размера. Марка Crossroads. Это у нас еще одно платье. Такой классический вариант. Марка Supra, размер указан S-ка. Рубашка на рукавах. Так, следов износа нету. На воротнике также без следов износа. Единственное, вот бирка очень сильно потрепана. Так, еще одна блузка с длинными рукавами. Указаний размера опять же нету. По ощущениям похоже на полиэстер. Следов износа на воротнике нету. Марка Mix. Это у нас легкий летний шорт. Размер S указан на следующие вещи. Это у нас Just Jeans. Майка женская. Тоже следов износа нет. JJ's, 10 английский размер, шорты джинсовые, тоже без следов износа. 42 европейского размера, еще одни шорты, вот такие вот интересные, своеобразные. Марка Forever 21, 38 европейский размер, это у нас платье новое, с этикеткой. Марка Jason Brandon. 10 английский размер указан здесь. Это еще одно платье, тоже следов износа нету. Майка следом идет, тоже без указания размера. Так, вот такая вот сумочка. Внутри у нас спряталась цепочка. Следов износа на самой сумке нету. Так, 10 английского размера, еще одна майка. Так, бюстгальтер. Бюстгальтер марки Mark & Spencer. Размер у нас указан 32D, это английский размер. Следов износа, соответственно, нет. У меня марка Кэтис, 12 английский размер, юбка. Еще одна юбка. Здесь у нас указаний размера нет. Следов износа также нет. Марки Country Road, 8 английский размер. Вот такие вот штаны. Вот здесь вот какое-то пятно и затертость. Так, размер указан S-ка. Это у нас легкая летняя майка женская. Марка Rockman, размер указан M-ка.
Блузка без рукавов. Марка Caroline Morgan. 14 английский размер платья. Тоже следов износа нету. Марка Millichamp Morton. Размер указан первый, как ни странно. Еще одно платье, тоже без следов износа. Так. Вот такая вот маечка с пайетками. Еще одни женские трусы. Размер здесь у нас указан 8 английский. Тоже следов износа нету. Так, туника тоже без следов износа. И последняя вещь, которая у нас идет. Женская майка новая, 12 английский размер здесь указан. Так, единственное, что немножко бирка оторвалась. Так, в целом этикетка все на месте, следов износа других я не вижу. На этом все.